Итак, сегодня мы поговорим о том, кто все-таки остался на рынке автомобильного стекла. Дело в том, что в городе Магнитогорске до того момента было магазинов по продаже автомобильного стекла очень много. А вот сегодня один остался. И этот магазин автостекло у Альберта. Обратите внимание, вот телефончики указаны, 27, там 8902-748-6805. Я специально здесь встал, чтобы вам показать, где в городе Магнитогорске ставят автомобильное стекло с пожизненной гарантией. То есть пришли, поставили стекло, ну и до того момента, пока вы его дальше не расколотили, это пожизненная гарантия. То есть ехать надо сюда, Советская 20А. Ну вот представляете, как бы раньше-то было бы. Приехали телевизоры, продемонстрировали бы визиточки и все. А мы-то нет. Визитки визитками, а нас интересует вопрос-то главный. А как и чем таким оправдывается пожизненная гарантия? Кстати, гарантия на все стекла. А давайте проверим, а? Mercedes E. Качественная машина и в том кузове, который не гниет. Проверка. Стекло вытащено. Да как вытащено, то ровно. Если честно, то настолько ровно, что дальше просто обработка практически. А вот и новое стекло. И вот отсюда новинка. Пистолет для выдавливания массы из тюбика. Я практически понял, что теперь могу заняться и этим. То есть никаких проблем-то и нет. Ровно и красиво, и то, что ранее требовало невероятных усилий, делается быстро. А пока герметиком проходили и фиксатором ось Ешки, все сделано и опа! Ну все, ну 20 минут. И это не спеша. А вот еще. Недавно в магнитке видел, как два кренделя с разбитыми зеркалами ждали службу разбора. Мальчики и девочки, ну это-то зачем? Сюда приехали, зеркало делается с фирменными запасами прочности по канту. И устанавливается. Вопрос в тех же 20 минутах. Вам этого ждать-то надо? Ну нет, ждите, ваше право-то. Теперь то, до чего не видел и не думал. А как с ремонтом стекла отопителя на задней двери в салоне? Честно думал, меняйте все. Честно не понял, но менять-то и не надо. Приехали к Альберту, сняли, сделали и получаем удовольствие. А вот еще. Резка стекла триплексом. Но есть же возможность, не двигая рельсы машин для грузов, просто поставить себе то, что нужно. Для всего. Для погрузчиков, для машин. Для того, что деньги-то приносит. Опять сюда. Так что вот она, пожизненная гарантия на стекла. А вообще здесь вот на улице Советская 20А особенно ждут представителей страховых компаний. Дело в том, что если у вас, допустим, сломался автомобиль, в смысле лопнуло автомобильное стекло, и вы не хотите, чтобы кто-то его делал по другой цене, страховые компании, приезжайте сюда, организуйте, подписывайте договора, и все. И вы уже не попадаете на дорогое автомобильное стекло. Вы знаете, где его поставят задешево. Так что добро пожаловать сюда. Советская 20А.